Всем привет, меня зовут Ники Макалин, и сегодня я хочу снять видео «Пробую еду из магазина Fix Price». Наверное, только ленивый не снял такое видео. Вот он, мой драгоценный пакетик. Здесь у меня находятся и напитки, и всякие сладости, вкусняшки. Но это нам сейчас и стоит определить, что там внутри, вкусняшки все-таки или же... Так что да, но прежде чем мы начнем, хочу вас попросить подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны, и нажать на колокольчик для того, чтобы всегда первыми смотреть мои новые видео. Сделали все, ну а теперь погнали. Давайте начнем с вот такого зелененького напитка, называется он Алоэ Вера. Это напиток, собственно, из алоэ. Я такой напиток, конкретно из алоэ, не точно такой же этот, а вообще напиток из алоэ пила, когда была в Корее. И вот там он был просто божественный. Особенно, когда жарко, и ты его холодным пьешь, это просто что-то с чем-то. Я не видела, чтобы конкретно вот этот вот напиток от этой фирмы еще где-либо продавался. Ну, может быть, он и продается, но я постаралась выбрать именно те товары, которые, собственно, продаются только в Fix Price. Посмотрим, что он из себя представляет. Запах ничего, характерный для такого напитка, скажем. Интересный вкус, но здесь не плавают кусочки алоэ. Что-то есть, но это больше похоже на какой-то осадок, как-то вот кислит, как будто мы немного уксуса здесь добавили. Скажу так, мало приятного в этом напитке, может быть, кому-то и нравится, но мне не понравилось. Кстати, хочу сразу сказать, что я еще взяла пару энергетиков, и если вам нет 18, то вам не продадут, во-первых, их, да и вам пить их тоже нельзя. Следующее, что я взяла, это такой медовик шоколадный. Я в своей жизни пробовала много медовиков, мне нравится, в общем, скажем так. Этот десерт. В общем, такой вот кусочек он. Сейчас откроем его и попробуем на зубок. По запаху очень много ванили, какого-то ароматизатора. Я не очень люблю, когда пахнет не натуральной выпечкой, а что-то туда кидают. На вкус так себе. Я даже не чувствую ничего, кроме теста. Во-первых, он весь такой какой-то сухой, скукоженный и чересчур много ароматизатора. Следующее, что привлекло мое внимание, это такой клубничный десерт. Там было разных видов, и вот который там другой. Мы такой вроде бы покупали, но так я его и не попробовала. Сейчас попробую вот этот и посмотрим. Ага, вот он. Пахнет, кстати говоря, клубникой. Попробуем, что здесь вообще внутри. В принципе, очень нежный, но вот эта вот прослойка внутри есть, такая вот клубничная, да, но как джем или варенье, прилипает к зубам. Очень даже ничего. Я думаю, что это стоит вашего внимания. И вот такие конфетки есть у меня. Я их взяла только из-за того, что у них такой прикольный рисунок. Я как-то видела по телевизору, как делают такие конфетки. То есть это сначала такой большой рулет. Его раскатывают на какой-то большой машинке. Потом растягивают и нарезают по кусочкам. Называются они фруктовые картинки. Здесь на каждой конфетке свой рисунок. Посмотрим. Ну, я думаю, что это просто карамелька такая самая обычная. Обычные сахарные леденцы. И здесь тоже очень много разных е-е-е, красителей. Мой совет такой, что лучше не берите эту гадость. Хотя сейчас все, что не купи в магазине, все, в принципе, будет с химией. Ну и мы как раз подошли к тому моменту, где я хочу попробовать вот таких вот два энергетика. Напиток безалкогольный, тонизирующий. Очень такое красивое здесь описание. Ух ты, очень-очень сильно газированный. Это действительно самый настоящий энергетик, но, по моему мнению, самый лучший энергетик это Red Bull. Хотя, не знаю, может быть, это только мне так нравится. Пить можно, и можно как раз-таки охладиться, или же взбодриться, когда вы сонный, или же вам жарко. Ну и второй энергетик, называется он Эффект. Посмотрим, насколько он эффективный. И это тоже безалкогольный, сильно газированный напиток. Я скорее сломаю эту упаковку, чем открою. Вот. Этот пахнет уже больше ароматизаторами. То же самое, в принципе, я даже никакой разницы не увидела между тем и этим. Мне даже вообще кажется, что это одно и то же, просто маркетинговый ход, и они сделали разные упаковки. Ну и последнее, что у меня есть, это такой уже напиток с миньончиком, называется он Джерри Дюшес. Кстати, я не очень люблю Дюшес, но в последнее время мне как-то на него потянуло. Это напиток просто лимонад, скажем так, Дюшес. Пахнет, да, характерно для Дюшеса. Ну, вообще, ни о чем. Знаете, какой вкус? Минералка, и как будто чуть-чуть сахара добавили, и просто запах Дюшеса. То есть, что хочу сказать. Обычно, когда пьешь там лимонад Дюшес, да, он с таким явно выраженным вкусом, и только пахнет как Дюшес, а вкус у него вообще отвратительный. Это были все мои напитки и вкусняшки из магазина Fix Price. Хочу сказать сразу, что на вкус и цвет фломастеры разные, так что, если вам это понравилось, и вы это любите, это не означает, что это может понравиться мне. Ну, и также наоборот. Напишите внизу в комментариях, какие обычно вы там покупаете напитки, и какие сладости, вкусняшки. Ну и да, поставьте лайк под этим видео, если оно вам понравилось. Возможно, я сниму еще одно такое видео. Ну, а мы с вами увидимся уже в следующем видео. Пока!